أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے. Милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, что мы являемся последователями того человека, которого Всевышний Аллах воздвиг для исправления верования и дел людей в эту эпоху. Но несмотря на то, что мы уверовали в него, среди нас есть много людей, дела которых не соответствуют их словам. Есть большое количество членов общины, дела которых являются такими, которыми они не должны быть. Есть очень большое количество таких мусульман Ахмади, которые являются мусульманами Ахмади с рождения. И если их спросят, когда они стали мусульманами Ахмади, то они скажут: «Машаллах, наши отцы и деды были мусульманами Ахмади, были сподвижниками, и об их вере и твердой убежденности написано в истории Ахмадията и истории сподвижников Хазрата Абитаванова Мессии алейхиссалам». И некоторые из них говорят мне, что такой-то и такой-то человек, о котором вы рассказывали в своей проповеди, был моим дедушкой или прадедушкой по линии матери или отца. Их вера в Ахмадият была такова, что никакие нападки и искушения врагов не смогли отвратить их от Ахмадията. И они, как их отцы и деды, пожертвовали ради этого своими имуществами и жизнями. Многие из вас, сидящие сейчас передо мной, тоже могут быть такими мусульманами Ахмади. Но несмотря на все это, никто из нас не может отвергать того, что прогресс и развитие людей и народов невозможен, пока они не откроют глаза на свои недостатки, не начнут анализировать самих себя. И мы не можем отрицать, что среди мусульман Ахмади есть такие люди, в делах которых присутствуют слабости и недостатки. У одних из них недостатки и слабости в исполнении своих обязанностей по отношению к Аллаху, а у других в исполнении обязанностей по отношению к людям. Целью прихода Хазрата Абитаванова Мессии Алейхиссалам является духовное преображение и замещение той тьмы, которая на протяжении 1400 лет владела сердцами, то есть замещение этой тьмы светом. Да, наши отцы и деды произвели в себе духовное преобразование и вышли из тьмы к свету. И они привели свои дела в соответствии со своей верой. Но, к сожалению, у последующих поколений стандарт и уровень их дел понизился. Так что нам необходимо проанализировать самих себя. Стараемся ли мы повышать уровень своих дел?
Стараемся ли мы достичь того высокого уровня, на котором находились наши предки, которые были сподвижниками Хазрата Абитавана Мессии Алейхиссалам или из последующих поколений? Здесь в Америке есть большое количество мусульман Ахмади, афроамериканцев, предки которых приняли Ахмадиат, пожертвовали очень многим и произвели в себе духовное преобразование. И они должны проанализировать свое духовное состояние, соответствует ли оно духовному состоянию их предков. Необходимо следить за тем, чтобы не было никаких расхождений между нашими словами и нашей верой. Не является ли наш обет о том, что мы будем отдавать предпочтение вере перед миром, только временным проявлением чувств и провозглашением? Стараемся ли мы сделать частью своей жизни условия того обета верности, который мы дали Хазрату Абитавану Мессии Алейхиссалам? Этот анализ позволит развиваться и прогрессировать нашей вере и приведет в соответствие наши слова и наши дела. Сейчас для того, чтобы вы начали анализировать свое духовное состояние, я хочу, говорит Хузур, обратить ваше внимание на одно из условий баята, которое является вторым столпом из пяти основных столпов ислама. И о нем говорится неоднократно в Священном Коране. А Хазрат Святой Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, снова и снова обращал наше внимание на его важность. И этим столпом ислама является пятикратная молитва. В третьем условии из десяти условий баята обетованный Мессия алейхиссалам в отношении этого одного из столпов ислама сказал: в отношении этого одного из толпов ислама обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Дающий мне обет верности обещает, что он будет регулярно соблюдать пять ежедневных молитв в соответствии с указаниями Бога и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Обратите внимание, здесь не просто говорится, что дающий обет верности будет регулярно совершать пятикратную молитву, а говорится, что он будет регулярно совершать пятикратную молитву в соответствии с указаниями Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, что он будет регулярно соблюдать пять ежедневных молитв в соответствии с указаниями святого пророка Аллаха и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах относительно молитвы повелел: выстаивайте молитву. В Священном Коране во многих аятах содержится повеление Всевышнего Аллаха выстаивать молитву. Более того, в начале суры Аль-Бакара, вслед за уверованием в сокровенное, наше внимание обращается на выстаивание молитвы. В этой связи Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам сказал: человек не сможет обрести приближение ко Всевышнему Аллаху до тех пор, пока он не выстаивает молитву. В наше время выстаивание молитвы становится еще более важным, потому что Всевышний Аллах обещает дарование милости халифата тем людям, которые выполняют повеление Всевышнего Аллаха выстаивать молитву. Что такое выстаивание молитвы?
это совершение молитвы коллективно, регулярно и вовремя. Всевышний Аллах говорит, и выстаивайте молитву, и платите закат, и поклоняйтесь вместе с поклоняющимися. Сура Аль-Бакара, аят 44. То есть поклоняйтесь Всевышнему Аллаху вместе с поклоняющимися. Следовательно, отличительным признаком выстаивающих молитву и совершающих финансовые пожертвования является то, что они составляют общину, и им приказано поклоняться общиной. И финансовые пожертвования в общине, чтобы в них появилось то благословение, которое связано с общиной. Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что вознаграждение за молитву 27 раз больше, чем за индивидуальную молитву. Мы слышим о коллективном выстаивании молитвы на уроках, выступлениях и помогаем детям писать доклады на эту тему, но когда необходимо действовать в соответствии с этим, мы не уделяем этому должного внимания. За исключением обстоятельств, связанных с принуждением, молитва должна совершаться коллективно. Но если мы проанализируем ситуацию с коллективным совершением молитвы, то нам станет ясно, что ему не уделяется должного внимания. По милости Всевышнего Аллаха, в общине США стали больше внимания уделять строительству мечетей. Но строительство мечети бывает полезно только в том случае, когда мы будем выполнять свои обязанности по отношению к мечетям, который заключается в том, чтобы оживлять их. Для оживления мечети Всевышний Аллах установил обязательные условия приходить в них и совершать в них пятикратную молитву. Конечно, есть много людей, которые работают, и им трудно приходить в мечеть во время работы. Но во время молитв Фаджр, Магриб и Иша они могут приходить в мечеть и совершать коллективную молитву. «Я знаю, — говорит Хузур, — что в Ахмадияте есть много людей, которые живут на расстоянии 15-20 миль от мечети, но они приезжают на коллективные молитвы в мечеть. Если они не могут совершать в мечети молитвы Зухр и Аср, то, как я уже говорил, они приходят на молитву Фаджр, Магриб и Иша. Здесь почти у всех есть транспорт, который они его используют, который его используют в своих мирских делах. Но если они используют его и для обретения благоволения Всевышнего Аллаха и поклонение ему, то они используют свой транспорт для служения религии, и таким образом они могут улучшить свою веру и мирскую жизнь. А там, где люди не имеют возможности ходить в мечеть, и несколько ахмадийских семей живут недалеко друг от друга, то они должны собираться у кого-то дома и там совершать коллективную молитву. А если дом ахмадийской семьи находится далеко, то там глава семьи должен совершать коллективную молитву вместе с женой и детьми, чтобы дети тоже поняли важность коллективного совершения молитвы. Если родители будят своих детей на молитву Фаджр,
то их дети, во-первых, поймут важность молитвы, а во-вторых, они будут спасены от многих суетных вещей. Это особенно важно для тех детей, которые поздно ложатся спать. Они допоздна смотрят телевизор или сидят в интернете. Если их будить на молитву фаджр, то они будут ложиться спать пораньше, привыкнут ложиться спать пораньше и не будут впустую терять время. Речь идет о подростках. Из-за того, что они будут вставать рано на молитву фаджр, у них появится привычка упорядочивать свои мирские дела. Я не запрещаю, говорит Хузур, совсем смотреть телевизор. Бывают полезные информационные и познавательные программы, но во всем нужна умеренность. Получение каких-то мирских вещей ценой отказа от совершения молитвы, поклонения Всевышнему Аллаху, является безумием. Иногда бывает так, что у семьи бывает план на выходные, на выходные дни пойти куда-нибудь. Но если такого плана нет, то они должны стараться чаще приходить в мечеть. Некоторые из родителей говорят, что у их детей нет привычки приходить в мечеть. Характер некоторых детей испорчен, и их исцеление находится только в этом. То есть, если с детства выработать в них привычку выполнять свои обязанности по отношению к Богу. И это можно сделать совершением молитв. Если у детей с самого детства появится чувство, что мусульманин является мусульманином, только совершая молитвы, тогда в молодости привычка совершать молитвы становится прочной, и их родители не будут жаловаться, что у их детей испортился характер. А если семья выезжает куда-то на пикник или какую-то развлекательную программу, то для обретения благоволения Бога вся семья должна совершать там коллективную молитву. У меня, говорит Хузур, есть личный опыт. И многие люди также рассказывают мне о своем опыте, что когда вся семья, муж, жена и дети на пикнике или отдыхе совершают коллективную молитву, это привлекает к ним внимание людей. И у них открываются новые возможности для знакомств и проповедования. У людей существует мнение о мусульманах, что молятся только те мусульмане, которые любят насилие. Но когда люди видят, что молитву совершают те люди, которые находятся на пикнике рядом с ними и вместе со своими детьми, и они одеты в такую же одежду, и что они погружены в поклонение Богу, то это обязательно вызовет у них интерес. Многие люди рассказывали мне, как я уже говорил, говорит Хузур, о своем личном опыте, о том, что в результате совершения ими коллективной молитвы у людей появился к ним интерес, и у них открылись возможности для проповедования. Так что у нас не должно быть в этом плане никакого комплекса, ни у детей и ни у взрослых. Мы претендуем на то, что мы произведем духовные преобразования в мире, но духовные преобразования в мире могут совершать только те люди, которые свободны от всех комплексов и произвели духовные преобразования прежде всего самих себе. Духовное преобразование невозможно без выполнения своих обязанностей поклонения Всевышнему Аллаху
И самой важной обязанностью в поклонении Всевышнему Аллаху является молитва. Так что оберегайте свои молитвы. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: оберегайте молитвы. Сура Аль-Бакара, аят 239. Слово «оберегать» означает делать что-то регулярно и заботиться об этом и беречь. Затем Всевышний Аллах говорит: особенно оберегайте срединную молитву. То есть ту молитву, время которой наступает во время совершения вами каких-нибудь дел, или любая та молитва, совершение которой вовремя и с полным вниманием, кажется невозможным по причине каких-то мирских дел. Оберегание молитвы очень важно, потому что проявление лени в совершении молитвы каким-то человеком может исключить его из числа покорных Богу людей. Поэтому Всевышний Аллах обращает внимание человека на оберегание молитв, и особенно тех молитв, которые он не совершает из-за своей лени, мирских дел, или не совершает их должным образом. Некоторые люди совершают молитву очень быстро, и это не является выполнением обязанностей по отношению к молитве. Потому что далее Всевышний Аллах говорит: «И стойте перед Аллахом покорными», то есть с полной сосредоточенностью внимания. И вашим умом не должны овладевать мирские мысли и желания. В вашем уме должна быть только одна мысль: «Я стою перед тем Всевышним Богом, чьим повелением я должен повиноваться совершенным образом». И относительно таких молитв Всевышний Аллах говорит, что эти молитвы начинают оберегать вас и охранять вас. Они препятствуют совершению вами пороков и наполняют ваши дома благословениями. Хазрат Абитаванный Мессия Алейхиссалам сказал: «Я наставляю свою общину не совершать молитвы без того, чтобы в них не было наслаждения и полной погруженности. Более того, они должны совершаться сердцем, благодаря чему они доставляют радость и наслаждение». Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Воистину молитва удерживает от беспутства и порицаемого». Сура Аль-Анкабут, аят 46. Так что всегда помните, что молитва удерживает человека от суетных и дурных вещей, но это делает не каждая молитва и не с каждым молящимся. Не каждый молящийся может удержать себя от пороков, и не каждая молитва может сделать этого. Только та молитва может исправить молящегося, которая совершается с полным смирением и покорностью. Молитва должна совершаться с мыслью о том, что Всевышний Бог видит каждое мое движение и состояние покоя. Я стою перед этим всевидящим Богом. Только те молитвы, которые совершаются с полной покорностью, оберегают человека и те дома, в которых они совершаются.
И эти дома становятся домами, отличающимися от других домов. Так что мы должны стремиться к совершению таких молитв, и только в этом случае мы станем поистине выполняющими свой обет верности. И не должно быть такого, чтобы человек стоит на молитве, а все его мысли о мирских делах или желаниях, или он иногда совершает, а иногда не совершает молитву. Так что я еще раз повторяю, говорит Хузур, каждому из нас необходимо проанализировать свое духовное состояние. Люди, живущие в этих западных странах, по причине погруженности в мирские дела, не уделяют должного внимания молитвам. Однако в настоящее время состояние жителей городов стран третьего мира стало таким же. Но тем не менее в них есть некоторое количество людей, которые посещают мечеть. Поэтому я снова и снова обращаю ваше внимание на выполнение этой важной религиозной обязанности. До меня все прежние халифы тоже обращали внимание членов общины на это. Раньше было невозможно, чтобы голос халифа времени достиг всех уголков мира. Но теперь, благодаря спутниковому телеканалу MTA International, Всевышний Аллах даровал нам эту возможность, и голос халифа времени, благо и весь Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, распространяется одновременно во все уголки земли. Если некоторые из нас не слушают пятничные проповеди и выступления, или слушают их, не раскрыв свое сердце, или так, что в одно из ух влетает, а из другого вылетает, то это те люди, которые не выполняют своего обета верности, которым они обещали отдавать предпочтение религии перед миром и выполнять любое мое решение, соответствующее общепринятому, говорит Хузур. Но те, в одно ухо которых влетают мои слова, из другого вылетают, отдаляются от полной и совершенной покорности. И для того рода людей существует предостережение Всевышнего Аллаха. Горе же тем молящимся, которые к молитве своей небрежны. Сура Аль-Маун, аят 5-6. Это пренебрежение означает, что человек не уделяет должного внимания совершению коллективной молитвы, регулярному совершению молитв и совершению молитв с полным вниманием. Безусловно, иногда бывает так, что внимание человека не полностью обращено к молитве, но для него является необходимым стараться обращать к молитве все свое внимание, и это тоже является одним из значений выстаивания молитвы. Когда внимание человека отвлекается от молитвы, он прилагает усилия, чтобы снова вернуть свое внимание к молитве. Пренебрежение молитвы – это то, что должно вызывать страх. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, обращая на это наше внимание, сказал: «Если какой-то человек не уверовал в меня и совершает какие-то ошибки, несомненно, он является грешником. Но тот, кто уверовал в меня и заключил со мной обет, и затем он не выполняет его, с того будет спрошено более строго». Так что на каждого мусульмана Ахмади возложена большая ответственность и обязанность, и он не сможет выполнять эту обязанность до тех пор, пока он не думает о том, что он заключил обет верности, взяв свидетелей Всевышнего Аллаха, перед которым им придется отвечать в случае невыполнения своего обета. Он сможет выполнять свой обет только тогда, когда в нем присутствует эта мысль. Все мужчины и женщины, все пожилые и молодые должны осознать свои обязанности. Здесь, в Америке, в домах нет спокойствия. И это происходит по той причине, что они не уделяют внимания поклонению Всевышнему Аллаху так, как это следует. Когда люди во время встречи со мной, говорит Хузур, просят меня молиться за них,
то обычно я говорю им, чтобы они сами молились за себя и уделяли больше внимания молитвам. И когда я спрашиваю их, молятся ли они регулярно, то некоторые из них отвечают отрицательно. Таким людям я обычно говорю, не издевайтесь над религией. Это просто несерьезно, когда они не совершают молитву, не имеют привычки взывать к Аллаху с мольбой и не обращают на это никакого внимания, но просят меня молиться за какие-то свои мирские дела. Хотя они сами должны в первую очередь обратиться ко Всевышнему Аллаху и молиться, а потом просить молиться за них других. До тех пор, пока они сами не приложат всех своих усилий для изменения своего духовного состояния, молитвы других людей не принесут им пользы. Хазрат Абитаван и Мессия, алейхиссалам, пришел для того, чтобы создать общину таких людей, которые установят прочную связь со Всевышним Аллахом и будут оберегать свои молитвы, а также с той целью, чтобы устранить поклонение пирам. Он сказал, станьте сами пирами, но не поклоняющимися пирам. Но знайте, что Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам хотел сделать своих последователей не такими так называемыми пирами, которые держат в своих руках четки и считают, что они уже не должны совершать молитв и других поклонений Всевышнему Аллаху, и у них нет никаких обязанностей по отношению к людям. Эти так называемые пиры далеки от совершения намаза, и они не только сами не молятся, но даже говорят своим последователям, что нет никакой необходимости в совершении молитв. Такого рода людей есть много, но такие пиры и сииды не только не ведут к наставлению, но даже более того, они ведут людей к заблуждению. Второй халиф Абитаванов Мессия алейхиссалам рассказывал, что первый халиф Абитаванов Мессия алейхиссалам неоднократно рассказывал, что он сказал одной своей родственнице, которая была последовательницей какого-то пира. Побойся же, наконец, Бога, уразумей. Ты должна исправить свою жизнь в этом мире и в мире будущем. Стань мусульманкой Ахмади. Она ответила, мне нет никакой необходимости оставаться мусульманкой Ахмади, потому что я уже дала обет какому-то пиру, который приближен к Богу. И он сказал мне, что мне нет никакой необходимости совершать добрые дела. И раз ты моя истинная последовательность от Отца, то делай, что хочешь. Все твои грехи я взял на себя. Это означает, что доктрина искупления есть не только у христиан, но и у пиров. Разве эти люди заслуживают того, чтобы они назывались наилучшей из общин? Первый халиф Абитаванов Мессия алейхиссалам сказал ей, иди к своему пиру и спроси у него, когда в день воскресения у каждого будет спрошено о его грехах, за которые он будет наказан, а вы возьмете на себя все грехи всех своих последователей, то как сильно вы будете наказаны за все эти грехи? Она сказала, что обязательно спросит у него об этом. И когда в следующий раз она пришла к нему, то он спросил у нее, задала ли ты своему пиру этот вопрос? Она сказала, что ее пир очень быстро и легко ответил на этот вопрос. Он спросил ее, как он ответил? Она сказала, пир Саиб сказал мне, когда ангелы будут спрашивать у тебя, почему ты совершила такие-то грехи, то ты скажи, что ты ничего не знаешь об этом. Вот стоит мой пир, он сказал мне, делай, что хочешь, никто ничего не будет у тебя спрашивать об этом. Вот стоит мой пир, спросите у него, когда они обратятся ко мне, ты беги и входи в рай. И что касается меня, то когда ангелы спросят меня, то я скажу им, неужели вы забыли те жертвы внука посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые он принес Кирбели, а я из его рода,
Услышав мои слова, ангелам станет стыдно, и они пропустят нас, и мы гордо с высоко поднятыми головами войдем в рай. Вот таковым являются пиры нашего времени. И мы, последователи обетованного Мессии, алейхиссалам, не должны становиться такими пирами, а должны производить духовное преобразование в себе, которое изменит наше духовное состояние наших детей и следующих поколений. И они произведут духовное преобразование в общество. Так что всегда помните, что наше уверование в хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, само по себе не может спасти нас и произвести в нас духовное преобразование, Смогут только наши благие дела, иншаллах. Но самым важным являются наши мольбы, которые, когда они будут приняты Всевышним Аллахом, произведут духовное преобразование, и наилучшим способом обращения ко Всевышнему Аллаху являются наши молитвы. Так что обязанностью каждого мусульманина Ахмади является оберегать свои молитвы. И когда мольбы всех мусульман Ахмади мира будут направлены на достижение одной цели и объединятся в единый и мощный поток взывания к Богу, это произведет духовное преобразование мира. Обязанностью каждого мусульманина Ахмади для укрепления Ахмадийского халифата является уделять особое внимание молитвам, чтобы в мире произошло то духовное преобразование, которое связано с приходом хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. В результате чего большинство людей собралось бы под духовным знаменем хазрата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И это может произойти только благодаря мольбам. Так что каждый мусульманин Ахмади обязан помнить это и оберегать свои молитвы и молитвы своих детей, чтобы мы как можно быстрее увидели развивающимся по всему миру духовное знамя посланника Всевышнего Аллаха, хазрата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы мы и наши потомки ощутили оказываемое нам милосердие Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах оказывает милосердие тем людям, которые совершают молитвы должным образом. И тем людям, которые так молятся, Он дает следующее обещание. И выстаивайте молитву, и платите закат, и повинуйтесь посланнику, чтобы были вы помилованы. Сура Ан-Нур, аят 57. Так что, если мы хотим стать обретающими милосердие Всевышнего Аллаха, мы должны приложить все свои силы для выстаивания и оберегания своих молитв. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, неоднократно и по-разному обращал внимание своих последователей на необходимость совершения молитв, чтобы, с одной стороны, они стали выполняющими свой обет верности, данный ему, и обрели приближение к Богу, а с другой стороны, получив часть милосердия Всевышнего Аллаха, они улучшили бы свою нынешнюю жизнь и жизнь будущую. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: «О вы все те, кто причисляет себе к моей общине, на небе вы будете причислены к моей общине тогда, когда вы действительно будете следовать по путям праведности и богобоязненности. Так что совершайте 5 обязательных молитв с таким благоговейным страхом и погруженностью, словно видите перед собой Всевышнего Аллаха. Будьте убеждены в том, что воистину никакое деяние, лишенное богобоязненности, не может дойти до Бога. Корнем каждого дела является богобоязненность, и то дело, в котором не утрачен этот корень, не пропадет понапрасну». Затем он говорит: что такое молитва, в чем ее суть? Она является той мольбой, которая призывается в состоянии полной смиренности, с прославлением Всевышнего Аллаха, восхвалением Его, поминанием Его святости, истихфаром и дурудом, и спрашиванием прощения, и призыванием Его благословений на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так что, когда вы совершаете молитву, то, подобно незнающим людям, не ограничивайтесь только произнесением слов на арабском языке, потому что их молитвы и истихфар формальны, без всякой истинности. Но когда вы совершаете молитву, то кроме священного Корана, который является словом Бога, и кроме некоторых молитв из хадисов, которые являются словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все свои мольбы произносите на своем родном языке с полным смирением, чтобы это смирение и осознание
собственной беспомощности перед Богом оставили свой след на вашем сердце. Это и есть то состояние, которое мы должны стараться обрести в своих молитвах. И это состояние полного смирения и осознания собственной беспомощи становится причиной притяжения к нам милосердия Всевышнего Бога. Такие молящиеся становятся обретающими милости Всевышнего Аллаха. И это есть те молитвы, совершающими которые хотел нас видеть Хазрат Абитаван Мессия Алейхиссалам. В другом месте Хазрат Абитаван Мессия Алейхиссалам говорит: «Намаз является тем, посредством чего небо склоняется к человеку». Хузур поясняет, то есть Всевышний Аллах показывает ему принять его мольбы. Совершающий намаз должным образом считает себя словно умершим, и его размягшая душа припадает к Божьему порогу. Тот дом, в котором будет совершаться такого рода намаз, никогда не будет разрушен. В благословенном хадисе сказано, что если бы во времена Ноя существовал намаз, то его народ никогда не был бы уничтожен. Хадж, пост, закат являются для человека обусловленными, но намаз ничем не обусловлен для него. Все они совершаются один раз в год, в то время как намаз повелевается совершать 5 раз ежедневно. Поэтому до тех пор, пока намаз не будет совершаться должным образом и не станет совершенным, не будет тех благословений, которые обретаются посредством него. И от такого баята тоже не будет никакой пользы. Это тот смысл выстаивания и оберегания молитвы, который Всевышний Аллах даровал Хазрату Абитавану Мессии Алейхиссалам. И он разъяснил его нам, и это то, что он ожидает от каждого мусульманина Ахмади. А просто заключение баята само по себе не принесет никакой пользы. Как я уже сказал, говорит Хузур, каждый мусульманин Ахмади должен понимать важность этого и следить за тем, чтобы мы своими действиями показали миру, что дав обет верности Хадрату Абитавану Мессия Алейхиссалам, мы установили прочную связь со Всевышним Аллахом. Я видел новообращенных мусульман Ахмади, говорит Хузур, и читал в их письмах о том, что благодаря молитвам Всевышний Аллах произвел в них духовное преобразование. Так что каждый мусульманин Ахмади, и особенно потомки первых мусульман Ахмади, должны помнить все это. Хазрат Абитаван Мессия Алейхиссалам сказал: «Такое наслаждение от молитвы и полная погруженность в нее даруется только по милости Всевышнего Аллаха. Поэтому прежде всего молитесь об этом Всевышнему Богу». Узур поясняет, он научил нас молитве, с которой следует обращаться ко Всевышнему Аллаху за помощью. О Аллах, ты видишь, настолько я слеп и незряч. И мое состояние подобно состоянию мертвого человека. И совсем скоро ты призовешь меня к себе, и я приду к тебе. То есть ты призовешь меня, чтобы я покинул этот мир. И в то время никто не сможет удержать меня, но мое сердце является слепым и незнающим. Не спошли же на него такое пламя света, которое создаст в нем любовь и склонность к тебе. Окажи мне такую милость, чтобы я не восстал в день воскресения среди слепых и не был включен в число невидящих. Далее он пишет, когда человек будет взывать к Аллаху с такого рода мольбой и будет усерден и постоянен в этом, то он увидит, что наступит такое время, когда в его молитвы, совершаемые без наслаждения, снизойдет что-то с неба, и оно создаст в них мягкость и сострадание. Пусть Всевышний Аллах дарует нам совершение таких пятничных молитв.
Сегодня после пятничной молитвы мы прочитаем погребальную молитву по двум умершим, говорит Хузур. Имя первого из них Амар Маруф Азиз, миссионер из Индонезии, который по воле Аллаха умер 16 июня. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Он родился 6 декабря 1962 года и был мусульманином Ахмадия от рождения. В 1979 году он поступил в Ахмадийский университет в Рабве и в 1987 году получил диплом проповедника. Вернулся в Индонезию и имел честь служить общине в разных местах. Он преподавал в Ахмадийском университете Индонезии до 2011 года. После чего он был назначен проповедником региона Калиментан. Он был знающим человеком и имел честь перевести книгу Хазрата Абитавана Мессии Алейхиссалам «Разъяснение цели» на индонезийский язык. Кроме этого, он переводил все мои хутбы на индонезийский язык. Покойный был Муси. Да возвысит Всевышний Аллах покойного ступенями в раю и даст терпение его родственникам. У него остались жена, один сын и две дочери. Имя второй покойной, уважаемая Тахира Вондермен, жена уважаемого покойного Наваба Мухаммада Вондермена Сахиба. Она скончалась 18 июня в возрасте 84 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Она была дочерью уважаемого Гулама Ясин Сахиба. Ее дедушка по линии матери, Хазрат Гулам Дастагир Сахиб, и один из его братьев были сподвижниками Хазрата Абитавана Мессии Алейхиссалам. Ее отец был служащим в правительстве Индии. Он очень хорошо воспитал своих детей. Покойная получила образование в Кадиане, и затем в 1947 году она жила в Карачи, а в 1949 году она вышла замуж за Махмуда Вондермен Сахиба и переехала в Англию. После переселения из Рабы в Лондон 4-го халифа Абитавана Мессии Рахималлаху Тааля, она пришла в офис личного секретаря Хузура и выразила свою готовность служить общине. На протяжении долгого времени она служила в отделе по переводу писем с английского языка на язык урду. Однажды четвертый халиф Абитавана Мессии в своем выступлении Наджаса Салана Великобритании назвал ее имя и похвалил ее служение общине. Она активно служила общине, проявляя все свои способности. Она никогда не считала свое служение бременем. Сколько бы работы ей ни поручалось, она всегда выполняла ее наилучшим образом. За несколько дней до своей смерти она отправила в офис одну из своих родственников, чтобы она взяла для нее какую-нибудь работу. Она всегда просила дать ей как можно больше работы и всегда трудилась очень усердно. Если ей давалось мало работы, то она начинала беспокоиться. На протяжении долгого времени она служила в отделе моей корреспонденции. Она отмечала, то есть она служила общине на протяжении 20-22 лет и последние 9 лет. Я сам видел ее служение. Она отмечала приходящих ко мне письма в самые важные места и выделяла в них самое главное. Она делала это очень хорошо, и благодаря этому было очень легко понять главную мысль писем. Она обладала качеством выделять те самые важные места, на которые мне следовало обратить внимание. Я больше всего любил то, как она это делала. Всевышний Аллах также даровал ей возможность обучать детей священному Корану на протяжении 20 лет. Она переводила статьи с английского языка на язык урду для журнала «Ахбари Ахмади». У нее осталось 3 дочери и 2 сына, а также внуки и внучки от сыновей и дочерей.
Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы все они всегда были тесно связаны с Ахмадийским калифатом и общиной. Ее сын Надим Вундермен работает в газете «Ахбари Ахмадия», редактором английского отдела. Да возвысит Аллах Всевышний Аллах покойную степенями в раю. Как я уже сказал, мы прочитаем за покойную молитву джаназа после джума намаза. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.